Всем привет! Меня зовут Баранова Александра Вадимовна, я ведущий преподаватель архитектурной школы Астрея. Этот год был очень сложным для нас, но, на мой взгляд, мы справились. Больше 50 человек отправились в архитектурные вузы Москвы и других городов. В этом году мы начинали как обычно, готовили программу под каждого абитуриента и надеялись, что у нас все получится. Мы занимались с Александрой Вадимовной год. У нас иногда были дистанционные занятия, но чаще всего я приезжала сюда очно, и это было когда 4, когда 5 раз в неделю, по 4-5 часов. Мы рисовали, чертили, и композицию делали. У меня были трудности с архитектурной композицией и черчением, но Саша помогла мне понять, как правильно все рассчитывать, как правильно строить композицию и видеть предметы в пространстве, и благодаря ей я смогла поступить в институт. Конечно, основная проблема заключается в том, что нужно реально готовиться, нужно стараться. Большинство ребят это не понимало, и приходилось им доказывать, что ежедневный упорный труд, исполнение домашних заданий, регулярные походы на занятия, на те же самые, да, все они приводят к успеху. Ну, конечно же, все зависит еще и от человека, готов ли он вкладываться в это, потому что, конечно, учитель не может дать абсолютно все, если человек не старается. Бывает, что ребята приходят и говорят, что вот, я хочу в МГСУ, мне больше не надо других вузов. А по факту получается, что человек старается, человек готовится, и я понимаю, что можно предложить ему вариант, например, попробовать сдать экзамен в ГУЗ или попробовать в тот же самый МАРХИ, например, поступить. И у многих получается. То есть, опять же, их желание, их труд, они приводят к вот такому результату. Да, я хочу сказать большое спасибо за то, что Александра Вадимовна находит подход каждому ученику. Ты в самом начале, когда даже простые вещи кажутся сложными, она не считает человека глупым и до последнего старается доходчиво объяснить. Поэтому я хочу поздравить всех тех ребят, которые в этом году добились успеха. У нас есть бюджеты в МГСУ, у нас есть бюджеты в ГУЗе, у нас есть бюджеты в МАРХИ. Ну, вот. Есть, конечно, и платники. Вот. Это те, кто очень хотели, но не приложили достойных усилий к поступлению. Вот. Но, тем не менее, ребята успешно закрыли этот год. Ну, вот. Честно говоря, меня многие даже удивили в этом году. Я не ожидала, что будет такое активное и удачное поступление. Ну, вот. Но меня очень многие порадовали, и я ими очень сильно горжусь.